По описанию он. Я шприц приготовил, так что если буйствовать начнет, уколем. Ты знаешь, у меня тигры мышками становятся. Мне так давно не дарили цветы. В основном пиво и сухарики к ним. Что-то я не подумал. Хочешь, пиво куплю? Здравствуйте. Девушка, на всякий случай прошу вас сидеть на месте и не мешать вам, хорошо? Здравствуйте. Вы из Роспотребнадзора? Да, почти. Собирайтесь, вам нужно поехать с нами. Лучше это сделать добровольно. Вам прадед привет передает. Ну точно, наш клиент. Забирай. Слушайте, а вы, собственно, кто такие? Вы в курсе, что ваш друг сбежавший в сих? Чего? Настя, не волнуйся. Я с ними в два счета разберу. Ты что, уколол его? Так он же сказал, нас сейчас разберем. Эй, все, 8 карточек.